Look out! He's got a gun! Look out! A new class is coming! Hello, my dear friends! Today we'll study another popular English phrasal verb, to look out. Stay tuned! My dear friends, and welcome to the English Breakfast. My name is Antonia Ramacher, and today we'll study the phrasal verb to look out. Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на английский завтрак. Меня зовут Антонина, и сегодня мы изучим с вами фразовый глагол to look out. Это очень популярный фразовый глагол, используется он постоянно. И самое главное, самое основное значение – это... Осторожно! Look out! Когда вы хотите предупредить кого-то о какой-то опасности. Look out! He's got a gun! Осторожно! У него пушка! Look out! He's got a gun! He's dangerous! Look out! There's a car coming! Осторожно! Машина едет! Look out, there's a car coming. We need to look out. It's really dark here. Нам нужно быть осторожными, здесь очень темно. Также фраза to look out for something or somebody, то есть to look out и еще предлог for, может означать высматривать кого-то, выискивать кого-то. То есть мы сканируем местность на предмет чего-то. Ищем, высматриваем, выискиваем. Look out for Anne while you are at the party. Поищи Аню, пока будешь на вечеринке. Ну, то есть смотри, ищи Аню. We need to talk to her. Нам надо с ней поговорить. Look out for Anne while you are there. We need to talk to her. We were told to look out for a blue van. Нам сказали выискивать голубой грузовик. We wanted ice cream. Kidding. Хотели мороженого. Шучу. We were told to look out for a blue van. Look out for the sign to the motorway. I'm so nervous. I can miss it. Высматривай знак въезда на автостраду. Я так нервничаю, что могу его пропустить. Look out for the sign to the motorway. Также фраза to look out for somebody может означать присматривать, приглядывать за кем-то. Ну, когда мы смотрим за кем-то, чтобы с ним было все хорошо, чтобы к нему или к ней хорошо относились. Вот это тоже может быть to look out for. I'm the oldest in my family, so I'm always looking out for my younger sisters. Я самая старшая в семье, поэтому я всегда приглядываю за своими младшими сестрами. I'm the oldest, and I'm always looking out for my younger sisters. Ну и, конечно же, look out может означать выглядывать. Из окна, например. I had to study, but I had the constant temptation to look out of the window. Я должна была заниматься, но мне постоянно хотелось выглянуть в окно. Но у меня был постоянный соблазн выглянуть в окно. I had to study, but I had the constant temptation to look out of the window. Еще look out может означать выходить, когда мы говорим об окнах или комнатах, выходить во двор, выходить на озеро и так далее. Обычно мы используем какой-то дополнительный предлог. To look out on, to look out across, to look out over. My hotel room looks out across the lake. The view is magnificent. Окна моей комнаты в отеле выходят на озеро. We sit at the terrace, looking out on the sea. Мы сидим на террасе, которая выходит на море.
Okay, that's it about the phrasal verb to look out. I hope that you enjoyed watching this class. Вот и все. Изучили мы с вами новый фразовый глагол to look out. Надеюсь, сейчас вам все понятно. Но если еще остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обсудим. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот урок. Это очень важно для меня. Клик, ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь, если хотите продолжать изучать английский вместе со мной. А на этом все. Начинайте свое утро с английского завтрака. Пока!